Добрый день, сегодня у нас 1 января 2016 года. На улице тепло, снега нету, все растаяло. То, что осталось, это было в тенечке, и то остались лужи со льдом. Ну и там, да за забором в тенечке ничего не... солнце не попадает, поэтому лед не растаял. На улице тепленько, градусов 17, я, наверное, уже сказал. Облачно. Обещает дождик. Вот такой Новый год. Классный. Новый год без снега. Скоро пальмы зацветут. Там люди шашлыки жарят. За домом. Справляют Новый год. Еще раз всех с Новым годом, с наступившим уже Новым годом. Счастья всем и исполнения желаний. Но желания нужно самим исполнить. Чудите? Чудес-то на свете не бывает. Если люди чудить не будут, то и чудес, соответственно, не будет. Поэтому еще раз чудите, чудите, еще раз чудите. Все, с Новым годом. Красивые облачка. Жалко, что их не видно. К вечеру погодка распогодилась. Вышло солнышко. Там видно горы вдалеке. И облачка симпатичные. Такие. Розовенькие. Даже не розовенькие. Такого приятного кремового цвета, освещаются солнышком закатным. День прибавился на целых 5 минут. Вот еще одно облачко. Красота. Лепота. Всех с наступившим Новым годом. Всего самого наилучшего. Всем удачи.